Уникальные кадры, письма, такое не встретишь даже в сростках. Это выставка – результат сотрудничества Мосфильма и музея Василия Шукшина. Вообще, тему Мосфильм и Шукшин ранее особо не затрагивали здесь, на Алтае. Локации позволяют заглянуть в рабочий кабинет режиссера, увидеть березки, с которыми разговаривал герой Калины Красной. Здесь мы видим влияние как бы Мосфильма на творчество Шукшина и, наверное, влияние Василия Макаровича, его личности, его дара, его творчества, ну, как бы на историю Мосфильма, тоже его вклад в это, значит, ну, в историю этого киноконцерна вот у нас сегодня. Первые гости выставки, которая открылась одновременно с кинофестивалем, заслуженная артистка РСФСР Наталья Бондарчук и народная артистка России Ирина Алферова. Когда смотришь «Калину Красную», там все уже понятно. Уже не влюбляешься однозначно. Самый русский, самый необыкновенный, разный. И такой, ну, самое главное, в нем суть вот эта, которая помогает жить. Потому что все равно, вот, чтобы мы не говорили, это невысокие слова. Когда смотришь, видишь, то он во мне. А как он? Он во мне. Я думаю, что уникальность его в том, что он не расстался со своей землей. Вы понимаете? То есть кто он и откуда? Он отсюда. Я вот сейчас проехалась по Чуйскому тракту. Красивей земли я не видела в жизни. Я была на первых фестивалях, я была с Золотухиным здесь. Господи, с кем я только здесь не была на этих фестивалях. Я помню, был ураган, и все это улетело на наших глазах. Да, вот эта постройка на пикете, здесь же разная была погода. И в то же время идут сюда сотни и тысячи людей. Выставка будет работать всю неделю в Театре драмы. А потом оценить экспозицию можно будет осенью на театральном фестивале по произведениям Василия Шукшина. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.